Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 января. Память святого мученика Мертия. Святой мученик Мертий был воином при Диоклетиане. Во время похода против мавров начальник стал принуждать его принести жертву идолам. Святой Мертий отказался повиноваться, за что и предан был жесточайшим истязанием, которое претерпевал столь мужественно, что мучитель, пораженный ужасом и удивлением, впал в исступление. Мучения продолжались до тех пор, пока на теле святого не осталось целого места. Все оно покрыто было рубцами от ударов и ранами. Брошенный затем в темницу, мученик Христов 8 дней томился здесь от голода и жестокости тюремщиков. После того, помолившись Господу, святой страдалец воскликнул: «В руки твои, Сын Божий, предаю дух мой!» И отошел ко Христу, ради которого доблестно пострадал. Мавры — это народ в Африке, принадлежавший к негритянскому племени. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.